Добрый день, друзья! С вами Анастасия Иванова. Сегодня я хочу вам задать очень интересный вопрос. И звучит он следующим образом. В чем смысл жизни? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Я знаю людей, которых постоянно волнует этот вопрос, и они никак не могут на него ответить, и любой ответ их не удовлетворяет. Таким, например, является мой супруг. И также знаю людей, которых вообще этот вопрос не заботит, они об этом не задумываются. Недавно я спросила своей очень хорошей знакомой, а в чем смысл жизни? И она мне говорит, в том, чтобы родить ребенка или детей. Я говорю, отлично, а дети родились, а в чем дальше смысл жизни? В том, чтобы их воспитать? Хорошо, для чего? Для того, чтобы они тоже родили и воспитали детей. Хорошо, а для чего? На это вопрос и ответа не последовало, и человек уже начал раздражать этот вопрос. Что до меня докопалось-то? Да в чем смысл жизни? Что это так важно, что ли, его знать? Ну, вообще, я считаю, что да, это, конечно, очень важно, потому что если ты не знаешь смысл жизни, не знаешь, для чего ты живешь, не знаешь смысл жизни человечества, ну, это как-то... Это уже, не знаю, это человек, он должен задумываться об этом. Мы же отличаемся от животных, да, то есть у нас есть мозг, у нас есть высшее я, которое у нас нам что-то подсказывает, да. Ну и вообще мы появились здесь на планете Земля, наверное, все-таки не случайно, а для чего-то. И не только сами люди, но и вообще все существование, вся жизнь, она же нужна для чего-то. Так, друзья, в чем же смысл жизни? Предлагаю ваши варианты, которые у вас есть, прямо в комментариях оставлять под этим видео, и мы посмотрим ваши... Мне очень будет интересно узнать ваше мнение, как же вы все-таки считаете, а в чем же смысл жизни? Жду ваших ответов. С вами была Анастасия Иванова.